10:35 в столице, друзья, мы вернулись в студию со «Звездным завтраком», со Стасом Михайловым. Напоминаю, он сегодня у нас представляет свою новую песню, называется она «Ты все», мы ее уже послушали, одобрили, оценили, сказали, какой Стас молодец. Жизнь дали песню. Жизнь дали песню. Теперь заказывайте в хит-параде. Давайте теперь поиграем со Стасом. Собственно, ради этого мы и собрались тоже, чтобы поиграть. Я слышу только от детей своих. Давайте поиграем со Стасом. Ну, теперь еще от утреннего шоу «Настройка». Так, мы как дети, да. У нас есть на линии наш третий, Артем Демин. Артем Демин, да. Слушаем его, да? Да, конечно. Он слушает нас, мы слушаем его. У нас есть 10 карточек. В каждой карточке есть задание. То есть надо назвать 3 чего-то. И дается на это решение, на этот ответ 5 секунд. В прошлый раз... Я что должен сделать? Просто называть номер. Называть номер. 5. Итак, начинает Стас Михайлов. Я сейчас даю задание. 5 секунд на ответ. То есть это на скорость. Итак, поехали. Назовите 3 фильма Эльдара Рязанова. «Гараж», «Вокзал для двоих». Время закончилось, не успел. Ноль-ноль. Артем, хорошо, ты Артем, здесь? Ты слышишь нас? Ах, вы красавцы, как поймали. Артем. Я же знаю фильмы, конечно. А когда 5 секунд, это тяжело. Так, выбирай номер. Номер 3. Зачитываю задание тебе. У тебя 5 секунд, напоминаю. Назови 3 города, входящих в Золотое кольцо России. 3 города. Долго думай. Долго. Да, долго. 0-0. Молодец. 0-0, отлично. Стас, молодец твое имя. Пока 0-0. Давай. Стас, номер? 7. Номер 7. Итак, задание 5 секунд. Назовите 3 генсеков СССР. Горбачев, Брежнев, Черненко. Черненко. А Горбачев успел генсеком и президентом, да, побывать? По-моему, да. И то, и то. Да, 1-0. 1-0 у него в Стаса, так, Демин. Артем, номер? Номер 2. Номер 2. Давай, не тормози, как только... за. О, назови 3 песни Лепса. Ну, это простое. Ну, начал. Ну, да, засчитали, да, ладно, 1-1. Так, Стас, номер? 1. Номер 1. Задание для Стаса. Назовите 3 блюда из риса. Суши, рис, блин, рис. Суши, рис. А что у нас рис сделать? Рисовая каша. Плов есть, каша рисовая. Так, пока 1-1. Демин, твой номер? Номер 6. Номер 6. Итак, внимание, назови 3 станции синей ветки московского метро. Абонент временно недоступен. Арбатская, и все. 1-1 по-прежнему. 1-1. Стас, номер? 7 было уже, что у тебя? Нет, не было 7. Я называл 7. Не было 7, не было. 7? Ну, выбирай 7, ну было 7. Это что? Ёшкин кот. Было? Ёшкин кот, да. Тогда номер. Балда. Конечно, я же помню. 8. 8, какая память? Даже у меня нет такой памяти. Назовите 3 песни Елены Ваньги. Шопен... Курю и... И Лена сейчас выключила прием. Ленка, не обижай. Так, Артем, твой номер. 10, 9 и 4 осталось. 4. Итак, назови 3 супермаркета в Москве. Ну, опять простые мы. Проиграл. И до свидания. Один-один. Осталось 2 карточки. Стас? 10. Итак, задание. Назовите 3 актеров по имени Василий. Василий Лановой, Василий Шукшин, Василий Маркин. Я в последнем не знаю, но поверю на вас. Василий Маркин. Есть такой Василий Маркин? По-моему, не было. Ливанов, Лановой, Шукшин. Так, пока 1-1. Посмотрим, получится ли у Демина выиграть. Демин, тебе осталось последнее задание. Зато как красиво сказал. Да. Уверенно. Уверенно, убедительно. Артем, назови 3 гладкошерстных собаки.